Так, ну, конечно, настроение у меня ниже среднего, но сейчас буду что-то делать. Видите, что произошло? Раздолбанная машина. Сейчас еще этот инструмент возьму побольше и будем блокировать вот это колесо, пытаться заменить его на что-то и подбуксировать машину домой. Поднял. Видите, стойка сместилась назад. Это видно. Ну вот сейчас будем разбираться. Только ли дело в одном рычаге? Скорее всего, дело не только в рычаге, но посмотрим. Ну вот, вроде влезло. Вот тут машинка так стоит, ждет того, что мы ей приготовим вот это вот. Была беседка. Вот разобрал я. Вот так вот. Видите? Усилил. С одной стороны металл, с другой стороны доской. Палка вроде не сильно прогнулась. Держит. Может быть, даже имеет смысл здесь еще сделать. Ну ладно, фигня. Короче, вот такой вот широкий заезд. Сейчас вот эти вот все деревья будут спилены, срублены. Ну вот, вот такая вот фиготень. Сейчас мы... Ну, сейчас я, в общем-то, делаю специально для работ крышу. Вот, крыша. Для работ специально, чтобы можно было работать с машиной. Вот. Если кому интересно, смотрите дальше. Вот. Буду применять авиационные технологии. Сваркой я, во-первых, не владею, во-вторых, я ей не доверяю. Вот сварочные места ржавеют быстрее значительно, поэтому мы будем делать, работать, как нормально собирали МиГ-29, как современные самолеты собирают. Я считаю, что автомобильные технологии давно устарели, поэтому я буду использовать авиационные. Ставим лайк и смотрим дальше. Вот так мы неожиданно получили завязку сезонов 5 и 6. Смотрите дальше.